Скажите, а вы Турбина Ника, который поэт? Да. Это были ваши стихи? Почему сейчас не выступаешь? Я не пишу больше. Почему? Не получается. Уж я ж забыла. Ты же у нас теперь не поэт. Вам спать иди. Нахер иди! Мне спонсор не нужен. Мне ваша мама по-другому говорила. Хотелось бы продолжения вечера. Куш, ты уже Игорю читала? Может, что-то новое есть? Ну чё, выйди? Меня заперли! Ника, а ну стой! Давай я решу все твои проблемы. Я тебя защищу. Мама тоже как лучше всегда хотела. Ника! Ты молодец. Ты самая талантливая девочка. Ты самая гениальная. Ты у меня самая. Все, что в твоей жизни есть, это все я. Это я сделала так, чтобы тебя вся страна любила. Не надо делать вид, что ты делала это ради меня. А вы знаете, что ей нельзя, ни грамма. Она же зашитая. Мань, я с тобой сделаю что-нибудь. Что ты с собой не сделаешь? Иди ко мне. Давай, как маленькая. У нас с мамой одно сердце на двоих, правда?